Информация о дефиците сахара в Алматы оказалась фейком. Слухи опровергли представители управления предпринимательства. В торговых точках и производственных предприятиях запас составляет более 12 тысяч тонн. В ближайшее время планируется поставка еще 30 тысяч. Ежемесячно люди потребляют больше 3000 тонн этого сладкого продукта. Поэтому запасов должно хватить, говорят специалисты. В одной из крупных торгово-розничных сетей килограмм сахара сейчас продается по 445 тенге и не более 5 килограмм в одни руки. До 5 килограмм на руки это в сети «Магнум» имеется, так как, сами понимаете, цена она на рынке одна из самых дешевых. Имеются, когда были ранее спекулятивные моменты. Хочу, пользуясь случаем, сказать, обратиться к населению, что дефицита у нас в городе не имеется, достаточные объемы есть, и как таково закупать в большом объеме, пользуясь случаем, нет необходимости.